Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о Mongoose. Это ODM для Node.js. То есть это Object Data Modeling Tool. Итак, презентация планировалась, короткий интро для тех, кто не знает, что такое Node.js, но, к сожалению, у нас очень ограничено время, поэтому буквально так превращу свою речь в lightning talk. Node.js это... для начала, что будет в презентации? Node.js это сервер-сайт, среда выполнения JavaScript, асинхронная, с большим акцентом на неблокирующие операции доступа к диску и доступа к базе данных. Построена на базе гугловского движка V8, который вы можете найти в браузере Google Chrome. Является open source, исходники размещены на GitHub. У него есть очень классный, очень удобный package management system, что делает разработку под Node.js действительно очень удобной и классной. Ну и в целом он себя зарекомендовал как быстрое, надежное решение, которое позволяет строить очень легко масштабируемые solution. Для Node.js существует нативный драйвер MongoDB. Но у него есть ряд своих, скажем так, не могу сказать, что это недостатки, ряд своих особенностей, с которыми вот лично я как разработчик не хотел бы мириться. Например, нет валидации данных. То есть вы можете создать там, документ с полем там, title, у которого будет string hello, вы можете положить рядом документ с полем title, у которого title будет number там, 1. И валидацию данных, те, что пришли из базы, те, что вы кладете в базу, это уже как бы на вашей совести. Нету преобразования типов, то есть вот то, что я сказал. В одной коллекции могут храниться документы, где по одному ключу лежат разные типы данных. Ну, скажем так, это тоже вносит определенные накладные расходы на валидацию данных при чтении записи уже на вашем клиенте. Нет инкапсуляции, то есть вы не можете применить полноценный ОП-подход, когда у вас в объекте лежат и данные, и методы по работе с ним. В принципе, да, тут можно спорить, можно сказать, что это не тот подход, как себя позиционирует MongoDB. Безусловно. Но, тем не менее, факт, такого нету, такое был бы очень классный мир. И нет джойнов, это одна из таких коронных фишек MongoDB, которая сегодня неоднократно обсуждалась, поэтому нет смысла останавливаться. В общем, это боль. Вот так подумали разработчики Mongoose и создали свой продукт. Что есть Mongoose? Это Object Data Modeling for Node.js. То есть это, по сути, фреймворк, который позволяет ваши документы, которые хранятся в коллекции в MongoDB, соотносить с объектами JavaScript, которые у вас уже используются на клиенте. Итак, его основные характеристики. Он официально саппортится компанией Tangent, разработчиком MongoDB. И вот его основные фишки. В нем поддерживается синхронная и синхронная валидация данных в модели во время записи, во время сохранения документа. В нем поддерживается преобразование полей, то есть, ну, скажем так, вы не сможете запихнуть не тот тип данных в поле в документе. У него есть набор очень неплохих middlewares, то есть это, можно сказать, хуков на определенные ивенты жизненного цикла документов. У него есть псевдоджойны. Это, в принципе, очень похоже на то, что рассказывалось про DBRefs, но тонкий момент, в Mongoose DBRefs не используется, у них используется свой механизм resolve вот таких вот ссылок. И, в принципе, не буду углубляться в детали, но такой подход почему-то более рекомендован, чем использование DBRefs. DBRefs надо использовать с осторожностью. Ну, это уже отдельный вопрос. И есть Query Builder, который, по сути, очень напоминает просто работу с курсором MongoDB. Ставится он буквально одной команды npm, или же его можно добавить в файл package.json вашей в Node.js application. Как все настраивается? Вы запрашиваете сам этот модуль, получаете
объект mongoose. Вызываете метод connect, куда вы передаете connection стрингу к базе данных. Туда, разумеется, можно передать еще дополнительные объекты. Туда можно передать еще callback, который вызовется в случае успешного либо неуспешного connection. После чего, так, это alias для удобства, вы объявляете схему ваших данных. И вы говорите, что модели с вот таким именем соответствует вот такая схема данных. На этом примере простейшая валидация наличия полей. То есть вы не сможете сохранить объект типа PostSchema, у которого нет title, нет body. Reference, вот то, о чем я говорил. Вы можете сослаться на другую коллекцию. Это не, еще раз, это не DBRefs, это кастомные референсы. Вы явно указываете тип первичного ключа в этой коллекции. То есть это может быть object ID, это может быть number, если вы явно в схеме вот user укажете, что у него ключ ID носит другой тип. Здесь показано упрощенное объявление, то есть text — это просто массив стрингов, на который мы никакие ограничения не вешаем. И показано заполнение значением по умолчанию. То есть если вы просто создадите объект по schema, у него поле date сразу автоматически заполнится текущей даты. Это, в принципе, достаточно удобно, это упрощает, избавляет от каких-то таких детских глупых ляпов во время разработки. Коротко, быстренько по фичам. Валидация. Валидация есть элементарное наличие. Я не знаю, почему разработчики Mongoose решили выделить это отдельно. И есть отдельно полноценная передача валидатора. Валидатор — это может быть синхронная функция, которая принимает только один аргумент, и асинхронная валидация, которая принимает respond. После валидации входящих данных мы должны вызвать функцию respond с булевым значением true или false, в зависимости от того, прошла валидация или нет. И можно навесить более развернутые валидаторы еще через pass API call, как вариант. Вторая фича — кастинг, то есть преобразование типа объекта во время сохранения. В нашей схеме мы указываем, что каждое поле имеет вполне определенный тип, и мы просто-напросто не сможем сохранить наш документ, точнее нам в callback придет значение ошибки, если мы попытаемся сохранить документ с не тем типом поля. Вот приведены списки валидных, возможных типов полей. Третья фича — инкапсуляция. По сути, такой маленький чит. То есть по факту у вас в базе не хранятся никакие функции объекта, ничего. Функции, они все у вас держатся в памяти. Когда поднимается ваше Node.js-приложение, выполняется код инициализации ваших схем данных, эти все методы мэпятся, по сути, на каждую схему. Но это позволяет писать именно код в традициях OOP. То есть у вас вы из базы получили объект, вы у объекта вызвали функцию addComment, добавили комментарий к нашему посту, и вы не задумываетесь о том, что вам на самом деле надо пойти в коллекцию comments или запихнуть комментарий в отложенный документ, в зависимости от реализации. И есть статические методы, которые применимы ко всей схеме. Дальше. Middlewares. Это, как я уже говорил, это хуки, которые позволяют подцепить свои собственные функции на определенные ивенты. Доступно всего 4 ивента, к которым можно прикрепить свои функции. Это init, который вызывается во время инициализации объекта. Имена самоочевидные. Сохранение, валидация объекта и удаление объекта из коллекции. Вы можете подцепиться на тот момент, пока эта функция не вызвана, и после того, как эта функция вызвана. То есть, все просто. Самое классное, самое спорное, самое чаще всего неправильно используемая функция Mongoose — это population. Это то, что у меня было названо на первых слайдах псевдоджойнами. Это, по сути, механизм, который позволяет автоматически заполнять вложенные документы. То есть, если вы помните, в посте была ссылка на автора,
то мы вызываем метод populate, автоматически получаем из базы, точнее, ну, не совсем из базы, уже от драйвера Mongoose, мы получаем документ post, у которого будет вложенный документ автор, в котором будут заполнены только поля, ну, в котором будет всего три поля. Это ID, скрытое поле, ну, точнее, не скрытое, но по умолчанию создается. Username и аватарнейм, вне зависимости от того, сколько на самом деле у нас в схеме автор. Самое, почему я говорю, что эта функция чаще всего неправильно используется, потому что всегда есть проблемы с тем, чтобы правильно вызвать в правильной последовательности эти методы у правильных схем данных, если у вас идет глубокая вложенность, то есть там 3-4 уровневая. Такое бывает, и ну, там приходится уже с отдельными методами, сейчас просто нет времени об этом говорить. Следующая фича — это построение запроса. Как я говорил, это очень похоже на то, как мы работаем с курсором, то есть мы вызываем методы, которые накладывают определенные ограничения, и только после выполнения функции exact мы получаем уже наши данные. Ну и теперь как бы такие небольшие советы по тому, как что дает нам Mongoose во время разработки наших приложений. Во-первых, схемы должны